like? Phones, Instagram, followers, likes and dislikes. Me, flower girl. Why did you unfollow me? Всем привет, меня зовут Миронова Мария, я блогер, продюсер экспертов, я занимаюсь продвижением и продажами в Инстаграме, помогаю продвигать личные бренды и продавать услуги, курсы даже на маленьких аккаунтах на миллионы. Сегодня мы с вами поговорим о том, зачем стилисту вести Инстаграм, как его лучше для того, чтобы у вас было много благодарных клиентов и подписчиков. О чем мы с вами сегодня поговорим. Почему каждому стилисту важно вести Инстаграм, как правильно упаковать свой аккаунт и как сделать блог интересным, не шаблонным и получать действительно удовольствие от его ведения. Почему важно стилисту присутствовать в социальных сетях? Ну, во-первых, у нас уже социальные сети – это неотъемлемая жизнь любого человека. И у нас есть такие две реальности. Одна офлайн-реальность, другая онлайн. Почти каждый эксперт в своем деле стал блогером. И благодаря этому мы привлекаем новых подписчиков, которые становятся нашими клиентами. Вам будет достаточно сложно развиваться, если у вас не будет работать хотя бы одна социальная сеть. Благодаря ведению блога вы будете развивать личный бренд, продавать свои услуги, увеличивать базу клиентов, работать с синдромом самозванца, что немаловажно, и укреплять доверие потенциальных клиентов. Шаг первый в ведении блога и конкретно в Инстаграме. Давайте переведем сначала все наши аккаунты в бизнес-профиль для того, чтобы мы могли видеть статистику. Как это сделать? Нажмите три полоски в правом верхнем углу на главной странице. Зайдите в настройки и конфиденциальность. Нажмите тип аккаунта и инструменты. Затем переключитесь на профессиональный аккаунт. Переходим с вами к упаковке профиля. Упаковка – это визуальное и смысловое оформление вашего аккаунта. Хорошая упаковка будет цеплять людей, заходящих в ваш аккаунт, вызывать у них желание остаться в блоге и подписываться на вас, соответственно, смотреть ваш контент и покупать ваши услуги. Из чего же состоит упаковка? Первое – это у нас аватар, второе – никнейм, третье – шапка профиля и актуальные сторис, ну и, соответственно, сами посты. Что касается аватара, обязательно он должен отражать вас, тот образ, который вы представляете в блоге. Соответственно, аватар стилиста должен быть эстетичным и стильным. На аватаре должно быть ваше лицо, желательно крупным планом, и вы смотрели в камеру. Ну, либо чтобы ваше лицо просто было видно и был виден ваш образ. На экране сейчас у нас три вида аватара. Допустим, у Тани, видите, она находится в таком эпатажном образе, сразу видно, что это человек из мира моды. И в идеале, чтобы у вас аватар имел один на все социальные сети, то есть это Telegram, WhatsApp, YouTube и так далее. Тогда ваш личный бренд будет быстрее считываться другими пользователями. Перейдем к никнейму. Чем понятнее и проще он будет, тем легче будет вас найти и запомнить. В нике могут быть ваше имя и фамилия, это может быть ваш псевдоним, ваша деятельность, лучше с именем. Не используйте множество символов, цифры, сложные слова, повторяющиеся буквы, такой как Анастасия 10850 нижних подчеркиваний, такой никнейм будет сложно найти, сложно вбить его в поиск и сложно запомнить. Шапка профиля. Благодаря шапке профиля человек понимает, зачем ему на вас подписаться, в чем ваша особенность как эксперта и чем вы отличаетесь от других. Обратим внимание на строку поиска. Это строка, которая высвечивается жирным шрифтом. В строке с именем обязательно укажите вашу деятельность и город, если это необходимо и если вы работаете офлайн конкретно в этом городе, так как именно эта строка ранжируется в поиске. Например, у Тани указано «Стилист Екатеринбург, Москва», так как она работает и в Екатеринбурге, и в Москве. Шапка профиля. Что же она должна отражать и какое у нее должно быть наполнение? Она может содержать личный факт, отражающий вашу личность, например, интересную черту характера, в чем ваша уникальность и особенность. Экспертность – интересный факт о вас как об эксперте, чем вы отличаетесь от десятков других. Продукт – факт о вашем продукте или услуге. И, допустим, подарок за подписку. Если вы дарите новым пользователям, вы также можете это сразу указать в шапке профиля. Не думайте, что шапку профиля нужно составить один раз и на всю жизнь. Можете смело экспериментировать, менять ее, вдохновляться у конкурентов. Например, разберем мою шапку профиля. У меня в жирной строке «Продюсер, наставник, самозапуски, продвижение и продажи» город не указан, потому что я работаю онлайн с любыми городами. А в самой шапке указано: «За подписку я дарю урок 5 способов бесплатного продвижения».
2 миллиона сделала с половиной на охватах 800, ссылка на мои кейсы и также сайт с моим курсом. У таролога, которого я продюсирую, у нее в поисковой строке «Магия, расклады, таро, обучение». А за подписку она дарит практику на увеличение дохода. И о ней факт у нас рациональный коуч-таролог из бизнеса «Второй магию». Решая проблемы, а не слушая нытье. Это такая уникальность ее как таролога. Я даю вам упражнение, напишите 30 фактов о вас, о вашей личности, об экспертности, жизненном опыте и ситуациях. Креативьте из полученного списка, попробуйте составить лучшие фразы, скомбинировать их и сделать для себя шапки профиля. Переходим с вами к закрепленным сторис. Закрепленные сторис, они же актуальные, должны отображать и закрывать те же потребности, что в целом закрывает наш блог. Это лояльность и доверие, имидж и узнаваемость, продажи. Благодаря закрепленным люди заходят в ваш аккаунт, могут за 5 минут познакомиться с вами как с экспертом поближе, узнать все о ваших услугах, изучить ваши отзывы и захотеть поработать именно с вами. Давайте разберем, что точно должно быть закрепленных именно у стилистов. О себе, вся необходимая информация о вас, о ваших обучениях, о вашем пути. Кейсы и результаты ваших клиентов показывайте обязательно до-после ваших преображений. Услуги и цены, описание ваших услуг, стоимость и призыв к действию. Полезные сторис, теория о стиле, обзоры дизайнеров, полезные лайфхаки по стилю, подборки трендов, польза для новой аудитории. Отзывы на работу с вами также вы можете закрепить в актуальных и оставить какие-то личные хайлайты, последние истории, события из вашей жизни, чтобы люди, которые приходят в ваш блог, понимали, какой вы человек. Давайте перейдем с вами к оформлению аккаунта. Лента, как и ваша аватарка, должна отражать вашу личность. И желательно, чтобы она отражала вашу личность с разных сторон. Основные ваши ролевые модели. Например, покажите своих детей, покажите, как вы учитесь, покажите себя в процессе работы. Лента должна быть мультигранной, передавать все роли и эмоции. Не нужно использовать только одинаковые ракурсы и студийные фотографии. Обязательно разбавляйте ленту фотографиями из жизни, из каких-то ярких событий и моментов. Также чередуйте близкие ракурсы и мелкие детали. Так ваша лента заиграет воздухом, и она будет легче восприниматься визуально. Сочетайте цвета. Ленту можно разнообразить фотографиями с подписями к полезным постам, особенно когда вы запускаете рекламу. Но важно использовать одинаковые, не выделяющиеся стильные шрифты. Итак, мы с вами приступаем к самой интересной части ведения Инстаграма. Это контент. Контент – это все, что вы выкладываете в блог, от прямых эфиров до сторис, постов актуальных. Это все, что вы даете своей аудитории, чтобы влюблять подписчиков в себя. И сами обязательно должны получать удовольствие от ведения блога. Об этом мы с вами сегодня и поговорим и разберем разные форматы и виды контента. Итак, первое – это посты. Посты очень важны, особенно для новой аудитории. Когда человек приходит в блог с рекламы, либо видит вас где-то в интересном, он в первую очередь обращает внимание на посты. Поэтому в них должна быть экспертная информация, что-то полезное, но преподнесенное через ваш личный опыт и видение. Возможно, человек даже не будет их читать, но он увидит, что они есть, сохранит себе и обязательно подпишется на ваш аккаунт. Как же сделать наши с вами посты более вовлекающими? Обязательно используйте юмор, не стесняйтесь шутить и писать от первого лица. Вовлекайте людей через вопросы, оставляйте открытые вопросы и темы для рассуждений. Делайте более динамичные посты, убирайте сложно подчиненные предложения, множество однородных членов предложений, используйте больше глаголов. Не бойтесь вызывать резонанс, тем больше обсуждения вызовет тема, тем лучше. Желательно прогревать к постам в сторис. Начинаем тему в сторис, а затем самую объемную информацию выносим в пост. Ссылку на пост оставляем в сторис. Также можно перегонять трафик из постов в сторис. Например, в посте вы сделали 4 лайфхака по стилю, а 5 дали в своих сторис. Давайте разберем с вами, какие идеи для постов вы можете использовать как стилист. Например, топы. Топ магазинов масс-маркет. Ошибки. Ошибки при создании образов для фигуры плюс сайз. Правила. Например, правила базового гардероба. Тренды и антитренды ближайшей осени. Подборки. Лайфхаки. Например, 10 способов, как модно и интересно завязать платок. Различные инструкции. Например, инструкция по созданию капсулы. Серии постов. Раскрываем тему с разных сторон в нескольких постах и пишем. Например, продолжение будет в следующем посте. Также вы можете закреплять свои обзоры из магазинов и находки. Старайтесь делать такие посты, которые будут максимально сохранять. Например, подборки, лайфхаки и так далее. Чередуйте виды контента. Чередуйте экспертные посты с личными и эмоциональными рассуждениями. Обязательно выносите анонсы мероприятий и своих каких-то новых продуктов, товаров и услуг.
Многие спрашивают про регулярность выкладки поста. Я рекомендую выкладывать 2-3 поста в неделю. Это позволит вам оставаться на связи с аудиторией и в ленте, и не переборщить с контентом. Лайфхаки, которые вы можете использовать в выкладке постов. Видео, например, чаще собирают просмотры, чем просто картинки. Используйте карусель. Когда в карусели закреплено несколько фотографий, то в ленте у пользователя фотографии показываются несколько раз. Сначала показывается первая, потом через какое-то время он заходит в ленту новостей, ему может показаться вторая и так далее. Так вы более часто соприкоснетесь с вашими подписчиками. Задавайте обязательно аудитории вопросы в конце ваших постов. Выбирайте вопросы, которые требуют развернутого ответа, или закрытые вопросы просто на ответ «да» или «нет». 3 книги, которые я рекомендую почитать всем для того, чтобы ваши посты получались более интересными и вовлекающими. Первая книга «Пиши и сокращай», вторая «Автор ножницы бумага» и третья «Нейрокопирайтинг». Давайте с вами поговорим про работу со сторис. Для того, чтобы делать качественные и вовлекающие сторис, нам нужно соблюдать несколько основных правил. Во-первых, лучше не перегружать сторис текстом. На одной сторис оставляем только одну основную мысль. Не перегружаем сторис также визуально. Не пытаемся в одну сторис сложить сразу несколько смыслов или успеть сказать все. Лучше разделите на несколько частей. Не выкладывайте все подряд. Можно делиться мыслями, луками, эстетичной картинкой. Ну, например, 10 сторис, в котором вы показываете просто одно и то же место, в котором вы отдыхаете с подругами или тусовку, будет смотреть тяжело. Обязательно меняйте ракурсы и форматы. Каждые 2 сторис желательно изменять формат, миксуйте видео со стороны, говорящая голова, картинки и так далее. Сейчас мы разберем это подробнее. Например, Таня выкладывает очень чистые сторис с минимальным количеством текста. Желательно, чтобы говорящая голова в сторис занимала только 10-20% от общего количества. Говорящую голову мы заменяем на картинки, свои фотографии, картинки, связанные с мыслью, картинки того, что нас окружает, какие-то вдохновляющие, может быть, картинки. Атмосферные фото и видео обстановки, съемку в полный рост, съемку по пояс, видео происходящего со стороны. Иногда вы можете снимать говорящую голову, например, на обратную камеру, не на фронтальную, а на основную. Это тоже разбавит ваши сторис. Ракурсы мы меняем постоянно для того, чтобы аудитория не теряла фокус внимания, так как сейчас у нас клиповое мышление, и мы очень быстро расфокусируемся от картинки. Также мы можем разнообразить наши сторис, добавить дополнительные элементы. Скрины сообщений из Директ, обстановку, как выглядит наш дом, наша квартира, персонажи из жизни, нашу подругу, мужа, детей. Создавайте опросы, оставляйте реакции, оставляйте бегунок или окошки для ответов. Ваши клиенты или коллеги также будут отличным дополнением ваших сторис. Не забывайте использовать музыку для передачи атмосферы. Например, в сторис у Тани очень разные форматы. Здесь использована окружающая обстановка, съемка себя в полный рост, съемка процесса со стороны и выкладка текста на фоне фото. Для того, чтобы аудитории было интересно за вами наблюдать, обязательно погружайте их в контекст того, что происходит. Где вы находитесь, с кем, что вы делаете, какие у вас мысли по этому поводу, какие вы эмоции чувствуете по данному событию. Не нужно всегда соблюдать все эти пункты, но в контексте желательно 3-4 пункта использовать. Например, вы демонстрируете шопинг-сопровождение с клиентом. Обязательно расскажите, в какие магазины вы уже заходили, в каком находитесь сейчас, что нашли в прошлых, с какой целью обратился к вам клиент и какой у него основной запрос, что происходит прямо сейчас, что вы хотите передать, как вы хотите отобразить образ клиента. Будет здорово, если по завершению шопинга вы добавите отзыв клиента, где он делится своими эмоциями от проделанной вместе с вами работы. Давайте разберем пример контекста из жизни. Например, сегодня у вас встреча с подругой. Как же это лучше передать? Вы рассказываете, что сегодня вечером у вас по плану встретиться с подружкой, допустим, Аней. И вы оставляете опрос для своей аудитории, спрашиваете у них, куда вам лучше сходить. То есть вовлекаете их вместе с вами в контент. Показывайте место, саму атмосферу, возможно, даже показывайте меню. Также показывайте, как вы проводите время, и рассказывайте о ваших отношениях с вашей подругой. Не забывайте подругу тоже снять, может быть, она что-то расскажет о вас, какой-то факт своим подписчикам. Это будет очень интересный контент. Очень важно всегда заканчивать свои мысли. Если вы задали вопрос аудитории, разобрать и продемонстрировать ответы. Если вы начали какую-то тему, продолжить и закончить ее. Если пообещали что-то показать, но не можете, обязательно выйдите сторис и перенесите. Не обрывайте контент на полуслове, люди это очень сильно запоминают и больше не возвращаются.
Также есть несколько технических моментов. Лучше выкладывать не меньше 15 сториз в день, ну хотя бы 10 для начала. Старайтесь выкладывать сториз начинать уже в первой половине дня, так ваш аккаунт получит большее количество просмотров. Выкладывать сториз лучше блоками по 4-6 сториз за один раз. Сначала вы все подготавливаете, оформляете, затем выставляете, а не в процессе. Очень часто блогеры выкладывают одну сториз, и потом, пока готовят следующую сториз, проходит, допустим, полчаса. В этот момент подписчики смотрят и уже могут уйти из контекста. Также обязательно отдыхайте от сториз, ведь это такая же работа, как и ваша работа стилистом. Берите хотя бы 1-2 дня в неделю без Инстаграма и просто живите свою жизнь. Не забывайте использовать специальные инструменты сторис. Они повышают вовлечение аудитории и увеличивают охваты. Сейчас мы с вами их разберем. Например, голосование «да» или «нет», голосование «выбор варианта ответа», бегунок, реакции, окошечко ответа, таймер или ссылка. Давайте разберем с вами следующий вид контента – это Reels. Reels – самый хайповый и популярный способ не только ведения блога, но и привлечения новых бесплатных подписчиков. Мы уже использовали и опробовали его на моем блоге и на блоге тех экспертов, с которыми я работаю, и он действительно приносит новую аудиторию. Почему же это происходит? Лента Reels умная и рандомная. Она показывает видео по интересам, подстраивается под лайки и сохранения, и поэтому показывается новой аудитории. Какие же Reels лучше снимать? Снимайте развлекающие и полезные Reels. Вдохновляйтесь идеями у своих конкурентов и, допустим, в ТикТоке. Обязательно копируйте тренды. Не снимайте много на диаметрально разные темы. Например, на готовку и на стиль. Иначе алгоритм Instagram запутается и начнет показывать вас не вашей целевой аудитории, не нужным для вас подписчикам, не подходящим по интересам людям. На самом деле для Reels подойдут те же самые темы, что и темы, которые мы разбирали с вами в постах. Это топы, ошибки, правила, лайфхаки и инструкции. Также вы можете попросить вашу аудиторию, например, задать вам вопрос и затем показать ответ на вопрос, развернуто в Reels. Давайте разберем с вами несколько идей именно для стилистов. Например, переодевалки, подборки одежды, обзор какого-то бренда или магазина, или, допустим, как использовать одну какую-то вещь в разных образах, например, платок. Важные рекомендации по Reels. Картинки должны быть одинаковыми по стилю, оформленные сцепляющими заголовками, также с одинаковым стилем текста. Рекомендация номер 2. Лучше залетают короткие ролики и под трендовую музыку. Важно, чтобы они собирали много репостов и комментариев, а также сохранений. Важно использовать в конце роликов призывы к действиям. Например, у вас есть идея для полезного контента. 10 лайфхаков базового гардероба. И вы можете разбить 5 лайфхаков, снять в одном видео, написать продолжение будет в следующем ролике и в следующем ролике выложить еще 5. Либо можно в конце вставить «подписывайся на мой блог и получи подарок за подписку», ваш подарок, соответственно. Также снимайте совместные Reels с другими блогерами и экспертами, делайте соавторство и тем самым рекламируйте друг друга. Обязательно оставляйте видео Reels в сетке профиля хотя бы на несколько дней. Затем убирайте их из сетки, если они портят, допустим, визуальное оформление, так их увидит большее количество людей. Используйте вовлекающие заголовки, топ-5, как легче всего, подборка самых бюджетных и так далее. Хайповые короткие заголовки позволяют человеку заинтересоваться в ролике и как можно больше людей в таком случае его посмотрит. Обязательно делайте репост вашего Reels в Stories. Так он наберет еще больше просмотров, и все просмотры со Stories считаются в количество просмотров Reels. И не обязательно закрывать их какими-то, знаете, огонечками или чем-то еще, это давно уже вышло из моды. Важное уточнение, так как вы ведете блог как стилисты, обязательно разбавляйте свои Reels визуально привлекательными роликами. Так же, например, делает Таня. Ведь люди в поисках стилиста в первую очередь приходят на картинку. А теперь поговорим с вами подробнее о наполнении контента, что именно вы можете выкладывать. У нас есть 4 вида контента. Первый контент отвечает за лояльность, второй отвечает за вовлечение, третий за экспертность и четвертый – это продающий контент. Пройдемся по каждому из них. Для того, чтобы люди покупали услуги именно у вас, а не у других стилистов, нужно влюбить в себя аудиторию, показать им разные стороны своей жизни, поделиться своими мыслями. Помните, что все мы покупаем у людей. Сейчас мы с вами разберем, что именно можно демонстрировать в контенте. Первое. Контент на повышение лояльности. Это контент, который раскрывает наше мировоззрение, наши ценности, образ жизни, отношение к разным вопросам, к миру и к жизни в целом.
целом. Какие вопросы помогут нам раскрыть вас для того, чтобы лояльность у аудитории повысилась? Какой вы человек? Какие у вас ценности? Каковы ваши убеждения? Какие у вас мысли или инсайты на ту или иную тему? Как вы относитесь к конкретным вещам, событиям, ситуациям вокруг вас? Из чего вообще состоит ваша жизнь? Как вы взаимодействуете с окружающими людьми? Чем вы можете зацепить на аудитории? Отвечая на все эти вопросы, вы можете создавать классный контент. Давайте разберем пример. Возьмем тему стиля. Что для вас значит выглядеть стильно? Когда вы впервые заинтересовались этой темой? Почему для вас важна эта тема? Почему и какие качества делают вас хорошим стилистом? Расскажите, как вы одевались и выбирали одежду в детстве, в юности, и как это происходит сейчас. Второй вид контента повышает вовлеченность. Это контент, который повышает количество любых реакций, комментариев, ответов в директ, пересылки вашего контента, участие в голосованиях и так далее. Это контент, который поднимает охваты, заводит двухсторонний диалог с подписчиком и напрямую именно он влияет на продажи, даже больше, чем количество охватов или просмотров. Что мы можем показывать аудитории? Например, ваш лайфстайл, какие места вы посещаете, из чего состоит ваш день и так далее. События из вашей жизни, допустим, покупка квартиры, день рождения, небольшие события в течение дня. Юмор, естественно, он всегда повышает вовлечение. Интерактив, любое взаимодействие с подписчиком, опрос на ту или иную тему. Окружение, с какими людьми вы взаимодействуете, кто ваши клиенты, кто ваши друзья. Любые противоречивые темы, поднимаемые в блоге, также усилят вовлечение. Голосование на различные темы используйте в сторис и постах. Взаимодействуйте со своими подписчиками в директе и обязательно показывайте это в контенте. Если человек увидит, что вы общаетесь уже с другим подписчиком, он будет охотнее вам писать. Следующий вид контента, который мы разберем, это экспертный контент. Это тот контент, который демонстрирует вашу экспертность как блогера, как стилиста и показывает, почему именно вам можно доверять в вопросе стиля. Экспертным контентом будут служить полезные посты и рилсы, рубрики, разборы. Кстати, когда на ваш блог идет реклама, можно дать именно больше пользы для новой аудитории. Также можно выкладывать отзывы о вашей работе, кейсы, опыт и регалии, ваше отношение к вашей работе, любое обучение, связанное с вашей деятельностью, общение с клиентами. Перейдем к продающему контенту. Это тот контент, который закрывает вопрос, почему покупать услугу нужно именно у вас. В продающий контент у нас войдут такие темы, как разбор услуги. Например, подробно рассказывайте, что входит в вашу услугу и сколько это стоит. Кому подходит такая услуга? Результаты и выгоды от услуги. Преимущества, чем вы выделяетесь среди конкурентов. Что ждет клиента на каждом этапе услуги. Разбор отзывов об услуге и разбор кейсов до-после с вашими клиентами. Ваш контент никогда не будет типичным, только экспертным, только продающим или только вовлекающим. Он всегда будет лично продающим, лично экспертным и смешным. Нужно понять, что грани здесь очень размыты, и он будет очень уникален, потому что он будет исходить именно от вас. Также в контенте обязательно нужно использовать сюжетные линии. Что же это такое? Это короткие или длинные события из вашей жизни. Например, подготовка к дню рождения, ремонт в квартире, подготовка к путешествию, встреча с подругой. Все это можно превратить в целый сюжет. Например, сейчас вы учитесь в школе стиля. Возьмите и сделайте из этого целую сюжетную линию. Транслируйте обучение с самого начала и до конца. Расскажите, с какими трудностями вы сталкиваетесь, что у вас получается легко, а что нет, что вы узнаете нового, а что, может быть, вы уже знали. Разбавляйте это историями и своими мыслями. Расскажите, почему выбрали именно Таню как эксперта, зачем пришли учиться именно к ней и так далее. Обязательно поделитесь своими впечатлениями о курсе в своих инстаграмах. Сюжетные линии также существуют в маленьких форматах, например, инсайты и разбор мыслей или ситуаций на один день. Они могут быть построены как сериал. В любом сериале есть завязка, процесс, развязка, кульминация и какие-то эмоции, состояние и впечатления. Также вы можете добавить свои внутренние переживания. Здесь множество вариантов, как покреативить, это ваш контент, пусть он будет творческим. Давайте разберем с вами построение сторис на один день. Для начала вовлечение, сторис. 2-3 мы добавляем, потом делаем начало сюжетной линии на несколько сторис, затем добавляем элементы из вашей жизни, опять же на несколько сторис, продолжаем сюжетную линию и делаем завершение, конец дня.
более подробно. Например, ваша утренняя рутина, планы на день, вопрос к подписчикам по теме стиля. Дальше в аспект начала сюжетной линии вы расскажете про то, что вечером у вас будет шопинг сопровождение с клиентом. Какие планы у вас на шопинг, что вы сделали заранее перед шопингом, тоже обязательно расскажите. Дальше у вас пойдет какой-то лайв-контент, что происходит с вами днем, например, вы встретились с подругой. После этого как раз-таки вы встретитесь с клиентом и продолжите сюжетную линию про шопинг-сопровождение, которое уже начали в начале дня. Покажите подбор, примерку, эмоции клиента. И покажите потом ваш лайф, ваш вечер, расскажите про то, что вы чувствуете после того, как прошел ваш день с вашим клиентом. Итак, мы с вами разобрали все самые популярные форматы контента, посты, сторис, рилс, также узнали, какие бывают виды контента и почему важно делать каждый из них. Теперь ваша основная задача – это практиковаться. Поймите, что это все просто навык. Чем больше вы будете вести сторис, тем лучше у вас будет получаться. Попробуйте просто вести сторис от души, используя материалы из данного урока. Проводите прямые эфиры. Обязательно анализируйте, что вам больше понравилось самим и где вы получили наибольший отклик от вашей аудитории. Переходим с вами к продвижению блога. Обязательно сначала потренируйтесь и научитесь вести контент. Ведь когда к вам придет новая аудитория, она уже должна видеть упакованный блог, в котором есть регулярный контент. Давайте разберем с вами самые действенные способы продвижения. Все способы мы в целом можем разделить на две категории. Это платные способы и бесплатные способы. К платным способам у нас относится реклама у блогеров, платные мероприятия. Раньше была таргетированная реклама, но сейчас она не работает в России, но вы можете запускать таргетированную рекламу на людей, которые находятся вне зоны Российской Федерации. К бесплатным способам нас относятся такие способы, проверенные мною, как розыгрыш, конкурс, взаимные пиары, офлайн-выступления, рилс и бартер. Давайте разберемся сначала с бесплатными способами, потому что лучше всегда начинать с них. Давайте разберем первый способ, это розыгрыш или конкурс. Да, действительно, это все еще работает, и механика будет максимально простой. Мы выкладываем пост и предлагаем подписчикам отметить аккаунт своих знакомых в комментариях под этим постом за определенный подарок, целевой подарок. Очень важно соблюдать следующие пункты. Подарок должен быть обязательно ценным для вашей аудитории. Какие-то простые чек-листы, маленькие суммы, сертификаты на скидки – это уже не работает. Аудитория очень избалованная, поэтому внимательно выбирайте подарок. Подарок должен быть обязательно целевым. Например, я разыгрываю место на свои курсы. Стилист может разыгрывать полноценную консультацию, но не нужно разыгрывать, допустим, какую-то ее часть. Не разыгрывайте скидки, это уже не ценится, как я уже сказала. На обложке поста обязательно подпишите ее цель. Не просто выложите картинку, а отметьте тоненьким шрифтом, допустим, розыгрыш. Потому что к вам будет приходить новая аудитория, они должны видеть, куда им идти. Делайте максимально простые условия. Не делайте несколько действий, подписаться, лайкнуть и репостнуть. Выберите, допустим, только комментарий. Просто, допустим, подписываемся и отмечаем в комментариях. Чем проще действие, тем больше будет участников. По возможности попросите своих знакомых сделать репост вашего поста для того, чтобы привлекать еще больше новых людей. Но не делайте это обязательным условием розыгрыша. Следующий способ – это взаимный пиар. Это способ, когда вы взаимно рекламируете друг друга с каким-то экспертом из другой ниши, либо из смежной ниши. Обязательно выбирайте аккаунты с вашей целевой аудиторией, не пытайтесь найти лишь бы кого. Не делайте сухую рекламу, создавайте взаимный пиар через коллаборации. Например, стилист может сделать коллаборацию с косметологом, рассказав об уходе за кожей. И сделать из этого целый сторителлинг. Это будет интересно смотреть вашим подписчикам. Второй бесплатный способ – это офлайн выступления. Ищите любые возможности выступить хотя бы один раз в месяц. Очень классно для этого подходят женские сообщества, конференции, либо проведение лекций в каких-либо коворкингов. Сейчас очень много таких предложений, вы можете найти такие страницы в Instagram, написать им и предложить провести свою лекцию. Во время выступлений обязательно стимулируйте репосты от вашей аудитории в их Instagram. Предложите за репост, допустим, ценный приз, например, полноценную вашу услугу или какой-то сертификат на сумму в какой-нибудь модный, допустим, магазин. Также стимулируйте подписки из репостов. Во время выступления попросите не просто вас отметить, а чтобы ваши зрители указали, что для новых подписчиков вы дарите какие-то классные подарки. Не забудьте добавить QR-код в вашу презентацию на страницу. Упрощайте переходы участников к вам на аккаунт. Не забывайте сами проявляться и знакомиться с другими экспертами. Ищите коллаборации, предлагайте сами, будьте активными. Следующий способ бесплатного продвижения – это Reels.
Это самый популярный и простой способ в реализации на данный момент. Видео в ленте транслируется по интересам, и она подстраивается под интересы и лайки аудитории. Важно, что люди, которые подписываются с Reels, зачастую не заинтересованы вас как эксперте или блогеры. Соответственно, они не смотрят ваши сторис. Ваша задача – перегонять людей из Reels в сторис, чтобы они переходили и смотрели ваш контент. Как же мы это делаем? Допустим, мы снимаем какой-то рилс на интересную тему, которую поднимаем в своем блоге в этот день в сторис. Выкладываем в рилс и подписываем. Продолжение смотри в сторис. Таким образом, человек переходит в ваши сторис, смотрит ваш контент, влюбляется в вас и покупает ваши услуги. Следующий способ бесплатного продвижения – это бартер. Как же это может работать у стилиста? Допустим, вы предлагаете блогеру свою услугу бартером как стилиста пересобрать гардероб конкретного блогера. Вы оказываете услугу, они транслируют это в своем аккаунте, и тем самым вы получаете новых клиентов. Важно выбирать блогера, на который подписана ваша целевая аудитория. Если сам блогер не очень интересуется модой, то и его подписчики будут не очень заинтересованы, и такая реклама скорее не зайдет. Поэтому выбирайте блогера, который за модой следит, ему это интересно, он любит наряжаться. Давайте теперь перейдем к платным способам продвижения. Первый из способов – это у нас реклама у блогеров. И что же здесь важно учитывать? Выбирайте блогеров или паблики, на которые подписана, опять же, ваша целевая аудитория. Если это блогер, пусть лучше он интересуется стилем, любит наряжаться. Если это паблик, то он должен публиковать контент какой-то женский о стиле, моде, здоровье, красоте. Нет смысла покупать рекламу, например, в автоблогах, потому что аудитория там просто не будет заинтересована в вашем продукте. Продумывайте рекламную подачу. Она должна быть интересной и вызывать желание подписаться. Она должна отражать вас как эксперта и как личность. Обязательно не просто показывайте себя в чужом блоге, но и дарите подарок за подписку. Это простимулирует новых подписчиков быстрее подписаться на ваш аккаунт. Например, вы можете подарить полезный гайд по осеннему гардеробу. Искать блогеров на рекламу можно с помощью менеджеров в рекламных чатах, либо просто по поисковой строке в Instagram. Также вы можете выступать на конференциях, либо в каких-то женских клубах, но уже платно. Все то же самое, что мы разобрали с вами в бесплатном методе продвижения, но, допустим, вы просто платите деньги за свое выступление. Заранее находите конференцию, узнаете у организатора, сколько будет стоить ваше выступление, и идете по тому же принципу, что мы разобрали с вами в бесплатном методе о выступлениях. Есть способы продвижения, которыми никогда не нужно пользоваться. Это, допустим, накрутки, гивы, какие-то чаты активности и подобные искусственные способы привлечения аудитории. Это только испортит статистику в вашем аккаунте, аудитория будет мертвой, продавать там будет некому, и такой блог будет продвигать сильно сложнее. Следующий способ – это у нас таргетированная реклама. Да, она до сих пор работает, но только не на России. Если вы будете запускать таргетированную рекламу, обязательно обращайтесь к специалисту, так как самостоятельно вы можете наделать очень много ошибок и просто-напросто слить рекламный бюджет. Хороший таргетолог будет знать, какие рекламные макеты сделать, какая целевая аудитория подойдет именно вашему аккаунту, какой бюджет поставить для тестирования этой рекламы. Я всегда рекомендую начинать именно с бесплатных способов продвижения. И когда вы найдете работающие связки, уже идти и оплачивать рекламу у блогеров. Пробуйте, экспериментируйте, желаю вам много подписчиков. Давайте разберем с вами еще одну площадку для продвижения вас как стилиста – это телеграм-каналы. После блокировки Instagram 30% аудитории ушли на другие площадки, в том числе Telegram. Поэтому важно развивать мультиканальность. Вообще вы теряете 40% аудитории, если не используете дополнительную площадку. Давайте разберем особенности площадки Telegram. Разнообразие форматов контента, тесная связь с аудиторией, выше лояльность, хронологическая лента, понятный алгоритм трансляции контента, то есть все идет именно по порядку. И все каналы можно распределить по папкам, по определенным темам. Новости, работа, личная, стиль. Так аудитории очень удобно по интересам заходить и читать какие-либо новости. Сначала мы разберем с вами несколько технических основных моментов для создания канала. Давайте разберем с вами, как создавать папки. Первое. Нажимаем на кнопку «Настройки» в правом верхнем углу приложения. Затем переходим в раздел «Папки с чатами». Далее создадим необходимые папки и добавим в них каналы и чаты. Как же создать телеграм-канал? Мы нажимаем на значок «Написать» в правом верхнем углу. Затем нажимаем на кнопку «Создать канал». После этого мы записываем туда название канала, добавляем аватарку и описание. Об описании мы более подробно поговорим дальше.
Выберите обязательно тип канала, публичный или частный. Публичный канал можно найти через поиск в Телеграме, и подписаться на него сможет любой желающий. Частный же канал будет доступен только по ссылке приглашения. При желании вы можете запретить пересылать и копировать материалы вашего канала. Для этого включите Tumblr «Запретить копирование». Минус этой функции в том, что люди не смогут сохранять себе полезные материалы, а также не смогут делиться вашими постами со своими друзьями, поэтому мы не рекомендуем этого делать. Для того, чтобы пользователи смогли оставлять комментарии под вашими постами и ставить реакции, нужно привязать к каналу чат для общения. Как это сделать, мы сейчас с вами поэтапно разберем. Первое. Зайдите в канал, нажмите на его название и в правом верхнем углу нажмите кнопку «Изменить». Затем перейдите в раздел «Обсуждение», создайте чат и, назвав его «Чат канала», допустим, «О стиле», привяжите его к каналу. В настройках включите тумблер с реакциями, и в этом же разделе вы можете убрать нежелательные для вас реакции. Давайте перейдем с вами к упаковке канала. Упаковка телеграм-канала состоит из названия канала, аватара, описания и ссылки. Название самого канала должно быть кратким, понятным, используйте ключевые слова для поиска. Важно, чтобы подписчики могли легко узнать вас по названию, можете взять себе ники из Инстаграм. Например, Таня Тейла, Твоя Филатова или Миронова Мари, как это сделано у нас. Перейдем к аватару. В идеале во всех социальных сетях использовать одну и ту же аватарку для того, чтобы люди и ваши подписчики быстрее вас узнавали. Напомню основные правила аватара. Ваше лицо должно быть крупным планом. Лучше выбрать фото, где взгляд направлен в камеру для более тесного контакта с аудиторией. Обязательно аватар должен отображать вас и вашу личность. Лучше выбрать светлое эстетичное фото. В описании канала кратко расскажите, о чем ваш канал, что в нем полезного, что интересного. Также добавьте ссылки на другие ваши социальные сети или сайт со своими услугами или вашей школой. Какой контент должен быть в телеграм-канале? Он может быть ситуативным, делаться в моменте и использоваться какие-то мысли, новости, которые происходят с вами сейчас. Или запланированным, заранее написанные посты и выкладка их по контент-плану. В идеале совмещать оба типа контента. Найдите то соотношение, которое комфортно именно для вас и позволяет вам оставаться на связи со своими подписчиками. Обязательно чередуйте форматы контента. Какие форматы бывают, мы сейчас с вами разберем. Первый формат – это тексты. Обычные тексты, как мы пишем с вами посты. Второй формат – это видеокружки в Телеграме, такие видеообращения к своей аудитории. Третий – это голосовые сообщения, еще их называют в Телеграме подкастами. Далее вы можете просто прикреплять обычные фотографии или видео. Даже можете в Телеграме прикреплять файлы, подборки, гайды и инструкции. В Телеграме можно также создавать опросы, создавать обсуждения, прямые эфиры и голосовые чаты. Какие инструменты есть в Телеграме? В Телеграме есть возможность отложенного постинга через какое-то запланированное время. Возможность публикации без звука для того, чтобы не надоедать своим подписчикам. Возможность включить или отключить реакции. Возможность оставлять комментарии под постами, отключать их, если нет активности. Можно оставлять кликабельные ссылки. Можно использовать разные форматы текста. Можно использовать жирный текст, курсив или подчеркнутый текст. С чего же начать вести телеграм-канал? Для новой аудитории, пришедшей к вам в канал, важно знать, кто вы, для кого ваш канал и что в нем есть. Поэтому для начала важно сделать пост знакомства, пост навигации и историю о себе. Навигация – это хэштеги. Например, вы пишете посты на определенную тему и оставляете там хэштег. Допустим, хэштег подборки сумок, хэштег мужской гардероб, хэштег гардероб оверсайз. И в одном из постов вы можете собрать все хэштеги в одном, закрепить его, и тем самым человек может сразу выбирать какой-то определенный хэштег и видеть всю подборку постов на эту тему. Как же написать пост знакомства? Пост знакомства – это такая визитка, в которой вы рассказываете о себе. Кто вы, чем занимаетесь, какая цель у вашего канала, какие факты интересные о вас вы можете рассказать аудитории и ссылки на ваши социальные сети. Желательно также прикрепить видеокружочек с приветствием для того, чтобы создать визуальный контакт с аудиторией. Навигация. В этом посте должны быть ссылки на все важные посты, рубрики каналы, топовые подкасты, бесплатные материалы, гайды, чек-листы. И на чат для общения. Все, что, по вашему мнению, должен увидеть новый подписчик, который попал в ваш канал. Опишите историю о себе, поделитесь своей личной историей, расскажите о своем пути, чтобы вовлечь аудиторию и максимально раскрыть свою личность. Напишите о том, как вы учились, как вы пришли к своей экспертности. Расскажите личную интересную историю, расскажите ключевые этапы становления вашей личности. Также в Телеграме нужно публиковать обязательно полезный контент, какой он может быть. Например, статьи, разборы, обзоры, топ-идей или лайфхаков, подкасты или полезные видео, файлы, чек-листы и гайды. Давайте теперь разберем с вами разные форматы контента. Первое мы разберем аудио.
Легче передавать эмоции и рассказывать о какой-то ситуации через голосовые сообщения. Так формируется более тесная связь с аудиторией. Вы можете более конкретно и четко донести свои мысли, можете начать передавать сильнее эмоции, можете начать чуть-чуть коротко в Инстаграм и, допустим, развернуть глубоко мысль в своем Телеграм-канале, добавив эмоции и вашей личности. Фото и видеоконтент. С помощью него мы можем легко передавать атмосферу вокруг нас, показывать обзоры, лайфстайл, что происходит у нас в жизни. Визуальный контакт с аудиторией создается очень легко. Очень хорошо использовать фото и видео для вдохновения. Следующий формат – это опросы. В Телеграме очень популярны опросы аудитории. Они формируют хорошее вовлечение, взаимодействие и общение. Также они очень хорошо повышают активность в канале. Следующий формат – это конкретные рубрики. Вы можете ввести какую-то конкретную рубрику в определенный день недели. Например, всегда в среду у вас рубрика «Разбор, повтори образ». Тем самым аудитория будет знать, зачем к вам вернуться именно в среду, и это повысит активность вашей аудитории. Тексты – это самый популярный формат в Телеграме. В основном в Телеграме аудитория привыкла читать. Текст должен обязательно отражать вашу личность, цеплять заголовком, передавать эмоции и настроение. Делите текст на абзацы, никто не хочет читать очень плотный и сложный текст. Обязательно структурируйте ваши тексты. Выделяйте какие-то предложения или слова жирным шрифтом, добавляйте эмоджи, но не переборщите с ними. Добавляйте в тексты больше смыслов и меньше воды. В тексте лучше использовать какой-то цепляющий заголовок на 1-2 строки. Заголовок должен интриговать и вызывать желание прочитать текст. Может содержать такие фразы, как топ-5, лайфхаки, секреты о. Может содержать что-то личное, например, у нас начались проблемы в отношениях и, допустим, вы эту тему раскрыли, достаточно интригующе. Может содержать эмоции, не могу сдержать себя, наворачиваются слезы и, допустим, ваш рассказ о каком-то фильме, который вы недавно посмотрели. Давайте разберем с вами, какие бывают типы постов. Первый тип – это подборки и лайфхаки, допустим, находки с Валберес. Второй тип – это сторителлинг, ваш путь, ваша история, размышления ваши на какую-то определенную тему. Третий тип – это мысли и осознание, мысли по какому-то поводу по сложившейся ситуации. Следующий тип – это репортажи и лайв, например, что происходит с вами в данный момент. Следующий тип – это кейсы и результаты ваших клиентов. Расскажите, какой путь клиент прошел вместе с вами. Я всегда рекомендую своим ученикам создавать банк идей. Допустим, создайте какую-то заметку, в которой вы будете помещать те мысли, те истории, те темы, которые вы бы хотели рассказать своей аудитории. И потом постепенно публикуйте эти темы. Пропишите, как можно адаптировать то или иной контент под ваш канал, вдохновляйтесь у конкурентов. Давайте разберемся с вами, как же совмещать Инстаграм и Телеграм вместе. В Инстаграме в основном мы показываем вашу жизнь, события и эмоции, транслируем наш день и делаем упор на визуальный контент, раскрываем вашу личность. В Инстаграме желательно использовать 10-20 сториз в день. Если же мы рассмотрим Телеграм, то здесь уже более глубокое раскрытие каких-то тем вы можете использовать. Также вы можете более сильно опираться на свою экспертность и раскрывать глубже личность. Здесь больше фокус идет не на жизни, а на смыслах. До 5 постов в день любого формата слишком много постов надоест аудитории. Используйте обязательно голосовые подкасты и видеокружочки для сближения с аудиторией. Очень важно не дублировать контент в Инстаграме и в Телеграме точь-в-точь, ведь те люди, которые подписаны на вас на обеих площадках, просто перестанут вас смотреть. Добавляйте в Телеграм то, чего нет в Инстаграме, и наоборот. Что касается продвижения Телеграм-каналов, здесь в принципе работает вся та же система, что и в Инстаграм. Перегоняйте аудиторию из своих сториз, периодически оставляя ссылку на свой Телеграм. Канал. Делайте коллаборации с другими телеграм-каналами, взаимные пиары и покупайте в них рекламу. На этом я с вами прощаюсь и желаю вам развития в профессии, множества благодарных клиентов и подписчиков.